Дело было в 2010 году. Индусы приобрели какое-то безумное количество танков Т-90. Ну и наше военное командование решило, как я понял, показать, как с техникой справляются обычные солдаты. Для этого привезли их на полигон под Владикавказом. Из нашего танкового батальона выбрали 4-ю роту для показательных стрельб. И служил в этой роте парень, насколько помню, ненец по национальности. В общем, представитель какого-то народа нашей необъятной страны. Пусть зовут парня Васей. Стрельбы шли полным ходом, когда одному из индийских генералов на глаза попался наш Вася. Вася был своеобразной внешности. Похоже, к ним очень хорошо пристает загар. Становятся почти мулатами, а за счет неевропейского разреза глаз прям вылитый индус. Телосложение он был очень субтильного. У среднестатистического человека запястье, как у него, бицепс. Так вот, заметив нашего Васю, индус решил задать пару вопросов. «Сколько раз отжимаешься?» – спрашивает. Вася отвечает: «90». На самом деле Вася отжимался от силы раз 40, но боясь опозорить родную страну, удвоил эту цифру. Да и не заставит же его отжиматься какой-то индийский генерал. Делегация из российских генералов, полковников и подполковников, услышав вопрос индуса и видя телосложение Васи, побледнела. Сейчас будет позор. Когда Вася услышал от индуса: «Ну тогда отжимайся», побледнел и Вася. Индус с недоверием смотрел на Васю, и по его взгляду было видно, что он не верил в его физические возможности. Вася начал отжиматься, пока его не остановят. Остановили его на 120. В шоке были все. Российский генерал со словами «Это наш обычный солдат» повел индуса дальше. А Вася получил прозвище «Тигр». После этого с ним невозможно было куда-то выходить. Везде. В столовой, в парке, просто на улице. К нему подходили и после вопроса «Ты тигр с танкового батальона?» жали руку. Вот такая история. Не забывайте оставлять свои комментарии и ставить лайки. Это помогает развитию канала. Если вы еще не подписаны на канал, тогда подпишитесь. Обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Посетите наш магазин фирменной одежды. Огромный выбор принтов на любой вкус. Просто зайди и выбери свой. Ссылка в описании.